Доброго всем времени суток. С вами Тексер. Продолжаем играть в Сабнотику. Я прям нахожусь в раздумье. Во-первых, хочу собрать брошенные маяки, но мне не нравится, что они валяются. Во-вторых, вот артефакт архитекторов. Я, честно сказать, не помню, когда у меня эта надпись появилась. Откуда оно взялось? Схрон аварийного снаряжения знаю. Источник сигнала бедствия. Черт его знает. Давайте сплаваем вот туда. Так, еда, вода есть. Все, что надо, не надо, заряжено, да? Минерал искать, тут хрен узнает, зачем мне нужен. Я его с собой ношу, но большой необходимости в нем я не вижу. Батарея есть, радиомаяк есть. Вот это нахрен не нужно. Давайте его достойки контейнер куда-нибудь зафигачу. Принес сюда. Так, крафтить. Крафтить я, пожалуй, ничего не буду. Брошенный маяк, понятно. Последние известные координаты, ну, там, надо апгрейдиться. Это видимость, хорошо. А, вот. Кто мне это подсунул в делах? Опять-таки, хорошо. А где что еще? Погасло, отлично. Блин, чем меньше ты дряни светится, тем лучше. Не то чтобы дряни. Ну, блин, сколько можно? Подарок морской обезьяны. Вроде как мне сказали, что если я буду держать активным какой-то чертеж, то обезьяна мне что-нибудь к нему подарит. Знаете, если я буду держать активным... Где улучшение этой дряни? Костюм краб. Ну, краб хрен ничего подаришь. Активным улучшение транспорта. К нему подарят пласталевый слиток. Ладно, давайте пласталевое стекло, я может того держать. Органы архитектора, ткани архитектора. Я что, его собрать должен? Ну, в принципе, на это мне намекали, да. Чертежи. Чертежей базовых нету, я так понимаю, да? А то бы я сейчас пласталевое стекло просто поставил бы и не парился, и эмалевое стекло. Вот. А я много могу, да? Назначить. Давай, вот. Эмалевое стекло у меня закреплено. Угу. Давай. Итак, поплыли, да? А чё по еде в воде? Ничего, надо взять. Надо с собой взять. А, тут. Не тут. Энергоячейка. Вроде как в другом месте ее заряжать надо, в другой зарядке. Еда. Две воды. Я думаю, как-то так. Ну, рыба тут у меня вряд ли лежит. Так что, энергоячейка есть? Есть. Ну, батарея. Поплыли. Опачки, на улице ночь. А хрен ли поплыли-то, у меня же теперь... Welcome. У меня же теперь тут все. А, как тебя? Доступ к улучшению не надо? Энергоячейка нет. Как тебя сесть-то? А, вот. Так, сигнал бедствия, брошенный маяк. Вот. Как-то выгрести надо вот туда. Источник сигнала бедствия. Я, короче, его или выключу нахрен с точки сигнала бедствия, или посмотрю, что там. Как-то вот так. Плюс я бы заглянул в шахту. Там, говорят, я прощелкал целую кучу полезных вещей. Я бы этот вопрос изучил. А именно алмазов. Кусачая вроде, да? 200, ну близко вроде, да? А он дышалка. У меня потолок 150. Еще дышалка. 100 с чем-то. Ну это где-то под землей, под водой. Вот
я сейчас хочу вот эту собрать. Так. Оп. Чё-то круче стоит. Его развернул, да? Так. Сохранно-аварийного снаряжения, кораллы. Причем кораллы там уже все собраны. Л, что ли, фонарь? Нет, правая мышка. Ой, тю-тю, не бейся ты. Брошенный маяк. Последний известный координат пилота. Я куда плыл-то? Оно где-то подо мной, что ли, да? Да, и следующий сигнал бедствия. Подо мной. Ой, ты. Вот тут тоже, кстати, коралл есть. И много. Я не знаю, как мне до источника сигнала бедствия добраться. Вот чё. То есть я чувствую, что подводными какими-то шхерами. Но не знаю, какими. Потому что вот он там. 100 метров. Как туда попасть? Как хочешь, так и попадай, да? Ухожу, да. И иди отсюда. Блин, меня кто-то бьет или что? Ну, а тут даже дырок никаких нет, что тут. Это я выпал, да? Я орел. Ну ладно, поплыли. Тут есть вот такая вот фигня. Архитекторовая. Мигает. И я вроде поэтому уже плыл. Ничему хорошему это не привело. Так, я могу тут подышать на самом деле. И тут еще долбануть. Потому что кораллы-то мне нужны. метров до архитекторов. Вот я вниз могу сплавать. Кораллы. Чем мне это даст? Я не знаю. Так. Погодите. Где мой корабль? Вот он. Сейчас подышу. Но ниже мне нельзя на нем. Ну, можно, но чуть-чуть. Брошенный маяк. Пилот. Это далеко. О, водоросль вылезла обратно. Схрон. Я... Где этот... маяк, к которому я, собственно, плыл? Вот. Брошенный маяк. Сигнал бедствия. А я могу тут вниз двинуть. Тут, конечно, глубоко. Но я, по-моему, тут уже был. Я тут уже плавал. Я попробую, конечно. Тем более меч стрибризер. Яйцо. Я себя тут очень хорошо ощущаю. Мне кажется, я там уже был. И да, я в подводном этом, в подземном мире местном. Источник сигнала бедствия. Мне туда надо? Я не знаю. Но я должен просто проверить все это. Чтобы у меня лишние отметки не бултыхались. Источник сигнала бедствия. Это не маяк. Это просто источник сигнала бедствия. А брошенный маяк 224 метра туда. За каким хреном он там брошен, я не знаю. Но я туда, наверное, не приду, потому что... Ну да, я тут был. И за столько метров я не дойду. Ну, просто не дойду, потому что это не здесь. Да, там это пещера, это я не тут бросил маяк.
То есть сигнал бедствия я могу отключать спокойно. Источник сигнала бедствия. Давай сразу отключу. Источник сигнала бедствия. Вот он. Он мне уже не нужен. Побежали. Так, мне теперь нужен к кораблю. Я надеюсь, что растения перезарядились. Вон корабль. Да, растения перезарядились, я могу им дышать. Так, если кто-то скажет, что я пропустил опять алмаз где-то на своде пещеры, еще что-то, напиши таймкод в каком месте, чтобы я знал. Потому что мне писали, что я пропустил алмазы в шахте. Почему я хочу туда сплавать? Но в каком именно месте? Ну, чтобы все видео не пересматривать. Ребризер, кстати, здорово помогает. Вот он реально прям помогает. Намного легче плавать. То есть в шахте я сейчас уже буду как у себя дома, наверное, если я туда пойду. Так, хорошо. Причал станции Дельта я знаю. Брошенный маяк. 400. Это не тот брошенный маяк, да? Вот, 417. Да, блин, чё ж я Е-то всё время нажимаю? Давайте, вот этот брошенный маяк, на 400 метров. Хорошо. Привет, кусача. Я заброшенным маньяком. Надо порядок навести немножко в навигации. Да, тут еще кусок чего-то. Ну давай, я понимаю, что это какая-то срань. Надо дело все убирать. Да, титан не очень нужен. Так, фонарик гасим, он только мешает. Да стой ты, не пинайся ты, тут задеваю. Ладно, я починю, у меня чинилка даже есть. Обезьяны. Ничего не принесете? Ничего не принесете, не верю я вам. Так, вот это надо ободрать. Раз я сюда пришел. Вот раз. Погодите. Ободрать надо капитально прям. Из этого уже смазка делается. Инвентарь полон. Оу, как у нас все хорошо-то. С инвентарем. Ладно. Так, пойдем к макаке. Макаки, давайте с вами дружить. Макаки-макаки. Отсканено. Кварц. Ой, я уронил что? Нет, пошло. Ну-ка. Инвентарь. А чё, да? Плыву. Ну, я тут прям приударил по этим. По водорослям. Так, водички давайте. Потребим. Ну, много места занимают, но они нужны. Так, брошенный маяк, идем дальше. Ну, я просто не мог не затариться. Я так понимаю, что брошенный маяк это где-то в угодьях обезьян. Я доплыл, помер, из меня выпал маяк. Как-то так. Ну, похоже же, согласитесь. 123 метра, да? Оно. Давайте вылезу и сплаваю. Я могу просто его отключить, конечно, да. Да карту как? Сто семнадцать метров за мной гонится фигня. Фигня ударилась. Блин. А что было? Кровавая пустота, потом разберусь. А воды все меньше, воды воздуха все меньше. What you found is more than just an artifact. It will help me follow the traces. Яйцо морской обезьяны не надо, вот он, брошенный маньяк.
Так. Все, пошли отсюда. Да. Артефакт. И я теперь застрял. А вот воздух. Да. Наверх, куда-нибудь, не знаю куда. На улицу. А это моя улица? Это не моя улица, но ладно. 12 секунд, я успею чисто по газам. Ой, плыву. Ну, я сделал это. Я забрал. 3-0. А-а-а. Дышать. Я сделал это. Я добыл. Я смог. Так, где моя плавалка? Где мой мореход? Тут полно брошенных маяков, но ну, еще один как минимум есть, да? Слушайте, а где мореход? А, вот мореход. Все, поплыли. Так, ну сейчас на базу немножко разгрузиться. Я немножко отвлекся, когда там дышать было нечем. И поэтому не очень послушал, что мне там говорят. А, ответим, давай ответим. Как ваш народ общался, если мы не соединены друг с другом? Что ты имеешь в виду? Мы просто разговариваем друг с другом. Тебе не кажется это примитивным? Мы существуем в форме данных. Мы все знаем мысли и потребности друг друга. Научная работа тоже протекает намного проще. В жизни не только есть исследования. Врать не буду, работа проходила бы намного быстрее, если бы я читала мысли своих коллег. Но мысли это личные, и у каждого человека есть своя внутренняя жизнь. Люди меняются, и нужно личное пространство, чтобы размышлять. Пространство помогает вам думать. Для меня быть отделенным от моей сети – это очень тихо. В каком смысле тихо? Представь себе тысячи струн, каждая играет свой диапазон нот, но ни одна из них не громче другой. Каждая образует гармонику, непрерывный аккорд на фоне сущего. Теперь я одинокая струна, ищущая знакомые гармоники. Я помогу тебе найти их. Так, все, он отстал. Так. Дальше всплытие. И мне нужна моя база. Причал станции Дельта. Артефакт. База мелководья. Поперли. Надо разгрузиться. Ну, немножко пожрать. И второй заход. Схрон аварийного снаряжения, там, по-моему, ни хрена еще нету. Можно тоже отключить, чтобы не маячил. Сейчас тогда за последним брошенным маяком и, может быть, тогда на шахту. Ну, надо немножко все это упорядочить, всю эту ботву. Упорядочить ботву и посмотреть на предмет алмазов. Что я там пропустил в шахте? Говорят, прям алмазы в шахте. И еще где-то я алмазы пропустил. Я знатный пропускатель алмазов, походу. Вечер, что ли? Так, кусяка. Иди отсюда. Ну, база, я бы сказал, удалась. Прям нормально она прям стоит тут. Так, по-моему, тут чинят, когда я прихожу, да? И заряжают. Отлично. А ночь я могу проматывать, по-моему, на кровати. Так. Туда. Не лезешь, да? Ладно. Вот так. Блин, все время эскейпом пытаюсь. Ну, да, привык. Так, ушло. Вот это еще. А ты кто? Содержит крайне реактивные соединения. Не знаю, что такое. Реактивные соединения. Так, сюда может. Сюда влезет, да. Выложу. Большая бутылка воды. Возьму. Питательный батончик. Возьму. Не буду париться вот с этим всем.
Просто возьму так. Это батарея, да, да. Батарея. Ну, у меня все заряжено, в принципе. Сейчас я пошел. Сейчас посмотрим, чинено. 89. Нет, его не чинит. Его заряжают, но его не чинит. Но чинить я могу и сам. Так. Схрон надо будет отключить. Шахта там. Этот... Схватил, зараза. Надо было уплывать. В общем, что надо? Надо последний брошенный маяк забрать. И в шахту. Так, надо выплыть отсюда, потому что иначе меня опять схватит. Вот, на 600 метрах брошенный маяк. Я уже заранее боюсь этого маяка. Мне кажется, это я в шахте. Смотрите, шахта и... А? Оно? Хотя нет, он ближе... Оно, он ближе сюда просто. Давайте сплаваем, посмотрим. Я рыбу не ловил, я на питательные батончики рассчитываю. Ну, это пока не здесь, да? Я прям ровно над ним, наверное, встану и там буду смотреть уже. Ну, как-то уже вечер наступает. Ой, блин. Да иди отсюда, сволочку, сучая. Ну, мне кажется, это шахта прям. Тут литий всякие. Все, прожектор надо включать. Я что, до ночи все прощелкал, что ли? Так, зараза, сучая, иди от меня. Так. Я выплыл. Да зачем я выплыл-то? Шахта. Брошенный маяк, 300 метров. Про ощущениям близко, да? Давай попробуем. Надо с глайдером вот так, не парясь. Ну, тут я подышать возьму сейчас. Шахта. Блин, где брошенный маяк-то? Вот там, ага. Попёрли. Это чё? Это та самая перерабатывалка или что-то в этом духе. А я ничего не могу с ней сделать. Соединение сети становится сильнее, бла-бла-бла. Яйцо лежит. Но я с ним ничего не могу сделать. Это вот фигня, которая... Опа! Ну вы поняли, да? В пень! Тут счастье! Все, норм. Пока живем. А больше такую... Мне вот тут кучка понравилась. Погодите, а он может быть... Складывает? Сюда нет. Тут прям такая кучка алмазов, я прям офигел. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ну это ладно. Я вот не знаю, мне маяк тут поставить, нет? Я тут подышу. Что вы думаете-то? Опа. А, нет, обычный. Я уж прям... Все хочу. Так, давай подышим нормально в мореходе. Давайте тут маяк поставлю, что я его сниму просто. Брошенного у меня маяка нету, да. Зато я снова нашел вот этот переработчик. Возможно, переработчик. Я не знаю, он добывает, он не добывает. Ну, давайте я поставлю. Там видно будет. Так. А, маяк, маяк. А у меня один только маяк. Ладно. Я вот так сделаю. Переработчик. Ну, чтобы, если что, можно было к нему сюда плавать, и можно, правда, добывает что-то. Я просто вот такое количество алмазов увидел, офигел. Так, а в своде пещеры, может, что, нет? Я понял. Плыву уже.
Ну, вроде пещеры вон эти есть. Серебро. Ладно. Ну все, я тогда пока маяк не ищу. Маньяк. Голда. А вот, я чешу домой делать улучшения. Это было прям неожиданно. А, это я на поверхность нырнул? Ладно, мне не надо так. Причал станции Дельта, шахта. Не, шахта потом. Схрон. База мелководья, все поперли. Прям прекрасно. Это? Я рад. Я могу 5 таких стекол сделать, но мне 5 не надо вроде как. Вот наконец алмазы. Как хорошо ходить с заброшенным маяком, да? Прекрасно. Сейчас сварим улучшение. Ну и пожрать ничего сделать. Рыб хомячить. Так, что нам нужно? Нам нужно стекло. Погоди-ка, иди сюда. Модули морехода. 2 эмалевых стекла и пласталевый слиток. Все, пошли. Так, 2 эмалевых стекла. 2 стекла, 2 свинца. 2 свинца. Алмаз. Что-то со стеклами не очень, да? Еще алмаз. Это тот же? Нет, другой. У меня есть алмазы. Ой, кварц. Раз. Кварц. Раз. И все. Мне за кварцем надо ходить. Обалдеть. Кто мог подумать? Так, алмазы, идите отсюда. Мне больше пока не надо. Это иди отсюда. Ну, титанская валяется. Так. Алмаз надо в одну кучу. Что-то я потерялся сейчас. Тут нет алмаза. О, кварц еще есть. Во. Так, все, все, все алмазы тут. Все 4 штуки. Отлично, пошли. Так. Стекло. Раз. А, понял, что надо, да. Эмалевое стекло. Эрос. Ок. Пойду вживую просто поплаваю и насобираю кварц этого чертового. Я думал, где-то здесь есть. Ну, должен где-то тут быть. Так, водички сейчас хапнем. Эй, ты, водичка. Есть водичка. Еще водичка. Есть водичка. А есть в отдельных местах кварц, прям вот именно кварц валяется, да? Ты чё? Ну это, да, это не то. Тут с шансом всего лишь. Нет, где-то вживую прям кварц лежит, прям на виду. Надо бы найти. Бычий глаз. И чё? Бычий глаз. Нет, я могу ножом его, наверное, бычий глаз-то этот, да? Oxygen. Да, плывую я к поверхности, плыву. Пингвины ходят. Так, ну бычий глаз я цапнул, мне нужен кварц. Кварц вроде вот тут вот дофига. На таких вот поверхностях.
Блин, какую фигню приходится, да? Ой, вот этих надо подобрать. Всего надо, да? Для крафта-то. Я кварц вот не вижу. Сейчас заплыву в какую-нибудь жопу мира. Вот там учится. А, игра, не надо. Вода. Слушай, ты кварц вообще чутка жопа какая-то. Только я собрался. Не, ну да, есть места, где его прям много. Где-то там в глубинах находил. А тут что-то нет. Странно как-то. Ну, тут эти батарейки. Ну, по песку же было набросано. Плыву, плыву. По песку же было набросано. Чего? Всегда же кварц так находил. Не заправился. А сейчас нету. Ой, как все странно. Ну, мелководье же, ну чего? Ничего, макак не несет мне. Ну, было же ж тут. Ладно. Сейчас возьму мореход, пойду искать. А, вот. А еще. А вот не оно. Но тоже надо зачистить. Ща. Ну, мне бы еще кусочек найти, а потом до кварца доберусь. Мне просто сейчас по-быстрому-то улучшение сварить хочется. Там еще обломки. Там кусачая тварь плавает. Еще обломки. Блин. Обломков тут? Я чувствую, я сделаю комнату сканирования, мне будет совсем весело. Проскочил. Пока альтеры. Иди отсюда. Что там, меня схватить хочет? И ведь может. Тут нет ничего. Так. О, подышать. Прям хорошо. Ну-ка, пока альтера нашел. Не знаю, что там, правда. Ой, кусачая там рядом. О, ну он еще дышалка. А там он еще посканировать есть. Ну все куски морехода. Мореход тут собрать вообще. Обязательно. Меня тут сожрать хотят. Ничего. Жидкость все равно важнее, да? Я понимаю. Детская сила. Да где ж еще кварца? Ой. Вот кварц. На апгрейд набрал, а вообще надо кварцем озаботиться. Еще подышать. Вообще нормально так на глайдере кататься, да? От растения до растения катается. Ты опоздал с своим сообщением. Я уже набрал. Так, стоп. Еда. А могу я еду схватить? Могу. Так. Воду? Я бы еще одну еду схватил, но еды нет. Ну давай догоню какую-нибудь еду. Потому что мне кажется, у меня вполне две еды влезут. Может даже три. Давай, еда. Плыла еда. Нет, не плыла. Вот она. Все. Отлично. Так, погнали. Welcome aboard. А, жарим. Жарим. Я думал, я три еды схватил, я молодец. Так, хорошо. Вода. Надо запас выполнять, надо.
Так, отлично. Продолжаем. Так, стекло. Эмалевое стекло. Так, пласталь теперь. Титановый слиток, 2 лития. Так, погодите-ка. 2 лития, 2 лития, 2 лития. Литий. Литий. Кусок съедобный. Ну ладно. Так, сейчас, погодите, пожрем. Ветхая. Ладно. Употребил. 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 Vital signs stabilizing. Употребил. Употребил. И еще употребил. Я вообще красавец. Так. Так. Пласталевый слиток. Тыц. Ну, пойдем посмотрим. Вроде все сделал. Ну-ка. Да, сделал. Все, мореход стал круче. Так, а я еще одну рыбу не приготовил. Ладно. Доступ к улучшениям. А, давай. 300 метров. Отлично. Я об этом мечтал. Так. А тебя надо починить. Ремонт инструмента иди сюда, рыба иди туда. А тут еще заменил. А, тут маяк у меня обычно, да. Так, все хорошо. Батарея. Батарейку сменили. Это запас. Так. Убери. Не то. То. Фигачим еще воды. Вот этих водяных рыб-то наловил. Ну вот так как-то. Что тут у нас хорошего? Ну, больше ничего хорошего нет. Крафтить. Ничего. Ингредиенты неизвестны. Хорошо. А, мне нужен еще один маяк. А, мне не нужно вот это. А, большой баллон воды тоже нахрен. Это тоже нахрен. Ну, как-то так. Так. Теперь давайте вот с этим немножко разберемся. Брошенный маяк. Переработчик. Вот переработчик пока вырублю. Потом к нему сплаваю. А что мне еще есть не нужно? Пересадочная капсула. Она маячит, но она мне пока не нужна. Если нужно, включу. База мелководья надо. Кораллы, ну такое себе. Схрон аварийного снаряжения. Я туда не собираюсь. Вот как-то так. База данных. Журнал сообщений. Альтерра. Фред, ответь, заходи. Ты не будешь возражать, если запишу наш разговор, хорошо? У меня проблемы? Не, ты же меня знаешь. Я обожаю подробности. А моя память уже не так хороша, кстати, по-русски. Фред. Great to see you. Понял. Моя память не так уж хороша. Ну да, я знаю, каково это. Поэтому ты продолжаешь кататься по поручению своих коллег. Мы ведь просили тебя ограничить поездки. Ну так у меня правда проблемы? Я не хочу, чтобы ты смотрел на эту ситуацию под таким углом. Вот моя точка зрения, ты командный игрок, ты хочешь делать дело. Ну, я думаю, у меня это хорошо получается. Ты хочешь, чтобы люди любили тебя. А кто-то жаловался? Фред, проблема в том, что не все такие надежные, как ты. Иногда людям нужно указать, что они должны быть и сосредоточить их на работе. Все поездки были по работе. Похоже, что возил технику Лил и довольно далеко от ее базы. Ей нужно было погрузиться глубоко, ей нужен был мореход. Ее работа сейчас на наземных объектах. Ей вообще не надо приближаться к воде. Ну, я... Больше никаких одолжений друзьям. Договорились? Да, сэр. Сколько раз говорит, называй меня Ману. Я не знаю, о чем они тут. Так. Ну, я тут. Морскую обезьяну отсканил. Это про то, что думать.
Ну, я могу теперь, наверное, на координаты пилота сплавать. И брошенный маяк что-то я так не ощупал. Ладно. Но теперь у меня мореход-то 300 дает. Глубину. Так что я вполне могу. Чего у меня перчаток нету? Что еще странно? Пожалуй, возьму-ка я большой бутылек. Ладно. Ну что ж, тогда следующий заход будет... наверное, пилот последние известные координаты. До брошенного маяка я не скоро доберусь. Чувствую так. Артефакт? Могу. Но сначала, наверное, стоило бы к пилоту. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.